эфире экстренные новости. Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как был обнаружен новый штамм неизвестного вируса. Этот вирус вызывает животную агрессию. И отмечаются вспышки гнева у зараженных. Мы похоронили его, но ночью он вернулся к нам домой и попытался нас съесть. Волна беспорядков захлестнула крупные города мира. Во многих странах объявлено военное положение. Пекин, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Закрыли границы. Зомби-эпидемия охватила уже 250 стран. Вещание основных телеканалов прекращается на неопределенный период. Сегодня наступил 237-й день создания вакцины от вируса. Человечество пытается снова встать на ноги, ведь сегодняшний день запомнят на века. Сегодня день окончания зомби-эпидемии. Вируса на Земле больше нет. Я повторяю, вируса на Земле больше нет. Генерал. Генерал, мы кое-что нашли. Вам нужно обязательно на это взглянуть. Опять фотографии? Лучше видеозаписи. Видеозаписи? Мы выяснили, видеозаписи были сделаны выжившими людьми через полгода, как началась эпидемия. Мне кажется, с помощью этих видеоматериалов мы получим ответы на все наши вопросы. С чего начался апокалипсис и как происходило заражение? Давайте посмотрим. А что камера не работает? Да как не работает? Вон красная точка ж горит. А что не видно нифига? Крышку сними заебал. А, вот теперь работает. Базару нет. Пацаны, капец страшно. Давайте быстрее. И вообще, чему вы там магазин техники забыли? Или вы что, камерой зомби будете убивать? Это свой башкой хоть раз подумай. Ты прикинь, если мы на эту камеру сейчас заснимем, как мы тут среди зомбаков выживаем, а потом, когда это все закончится, на YouTube выложим, вы прикиньте, как мы хайпанем. Сильно. Эй, все, пацаны, валим быстрее, камеру бери. Покатил. Сейчас над русом прогоню. Хочу каждые два часа в туле срать будет. Засранец. Я в него бумагу я спиздил, и посмотрим, что он делать будет. Да он голый выбежит, стабильно с голой жопой сейчас. Пацаны! Оу! Туалетная бумага закончилась. Да мы знаем. Принеси дядушку. Делай, что хочешь. Пацаны! Сам сходи, занят. Опа! Эй, Рус, эй, не здоровый! Вы серьезно? Да. Давайте дальше посмотрим. Вот эти жопы вытри! Ты же похер, чем жопу вытирать! Делай! И что, мы постоянно будем снимать, как этот Рус срет, что ли? А что снимать-то? Да как, что? Как мы выживаем здесь среди этих зомбаков? Это же влог хули. А чё, как влог снимать? Да хер его знает. Ну, походу, надо там познакомиться, там, рассказать о всей хули. Ну, давай, попробуй. Я что? Ну, конечно, давай. Давай. Всем привет. Меня зовут Тима. Это наш... Эй, чё-то я вообще... Эй, вообще не так. Подожди, меня сними. Ты сможешь? Конечно, давай. Давай. Покатило. Салам алейкум всем мы. Кто, короче, это сейчас смотрит, да? Ну, конченый долбоеб. Тиля, что, тупой ты, что ли? Кто так влоги снимает? Я видел, как это снимают. Ну-ка. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репы. Ты что, совсем, что ли? Дурак ты, что ли? Это в конце надо говорить, тупарик. Вообще, нафиг нам нужны эти влоги? У нас что, дел, что ли, нету? У нас дел до хера, пацаны. Давай, короче, завязывай, поигрались и хватит, это блудня. Салам алейкум всем, это влог выживших пацанов. Меня зовут Тима, я главный, а это Тиля. Босс, это команды, на. Хуесос этой команды, бля. Это, короче, Рус по кличке Индеец. Ну или Индеец по кличке Рус. Можешь трещать? Апачи.
Короче, смотрите, какая херня была. Полгода назад какой-то вирус распространился, и все люди в мире в зомби превратились. Фигня во всем мире. И даже на нашем районе, прикиньте, все в зомбаках превратились. Аза, братаны, айба черные, кайра географ, прикиньте. Ты что, и долбоеб, что ли? Если он сказал во всем мире, значит, на наш район тоже охватило. Я конкретно во всем мире не был. Я конкретно за свой район в курсе. Или что ты хочешь? Чего, блядь? Чё? Ты чё, сука? Чё, ебаны? Пацаны, заебал. Короче, мы только втроем выжили. Как говорится, выживают только достойные. Ну и Руся. Как все было-то? Ну мы первое время в магазине одном кантовались. Удобно, что, питание, все дела. Ну туда все щемились. И зомбаки тоже за ними. Нам пришлось уйти оттуда. Слава богу, пацаны прошарены, в беде не останемся. Мы поняли то, что в городе зомбаков дофига. И надо идти туда, где людей особо нет. Ну и вот потом нашли этот дачный поселок. Тут и людей до этого особо немного было. И мы, короче, когда сюда зашли, тут бабка с дедом зомби были. Я залетаю, у меня бита вот такая мощь. Бабка бежит на меня, ебалдос. На, нахуй. Она летит, еба, орёт, блядь. Не говори так, мы не старше. Ну мы их убили жестко. Я, короче, вам сейчас нашу хату покажу. Зацените. Это, короче, покажи, наш... покажи, иди, это, короче, иди. Вот тут, короче, наша хата бодрая, четкая, дерзкая. Чтобы ее найти, нужно пиздец как постараться. Вон там, вон второй этаж, да, мы там живем, подальше от зомбаков. Чуть-чуть по чуть-чуть хату обустраивали, когда в город ездили, всякие нищечки привозили. Вот дверь даже сами сделали. Сейчас я поднимаюсь на второй этаж, все четко вам покажу. На. Сейчас я уже поднялся почти, смотрите. Вот оно, то место, которое я вам говорил. Сейчас покажу вам. Вот оно. Величайшее место для пацанов! Это вот, короче, Сонька, да? Мы, бля, в компьютерном клубе спиздили, бля, на районе у нас. Это компы тоже оттуда своровали. Доту сидим катаем, с нубами в основном. Это, короче, наша качалка самая лучшая. Три дня везли! Зачем вообще возили? Вообще не качаемся. Только сидим и доту играем. Это, если мы всегда хаваем, вообще грязно здесь все. Даже убираться не хочу. Это, короче, комната Жора, да? Эй, Тимоха, ты чё делаешь? Эй, ты чё снимаешь, чё, гонишь, что ли? Эй, ты чё кипишуешь, всё, ништяк же, кто тебя поставит, зомби-полицейский, что ли? Я заебал, похуй мне, давай, иди отсюда, видео удали только, Всё, удалю, я удалю. Нихуя нахуй не удалю, это же контент бодрый будет. На дворик у нас зачётный, да? Это мы все у соседей спиздили. Это, короче, наши ворота. В одно касание катаем. Там бассейн, купаемся. Там теннисный столик катаем, теннис. Кстати, знаете, в чем кайф зомби-апокалипсиса? Раньше бабок не было нормальную одежду носить. А сейчас в оригинальчик кайфуем. Вот это у Конора. Салам закинь. Кому? Вот сюда салам закинь в камеру. Кому в камеру? Кстати, может показаться, что он прикидывается тупым, но это не так. Он не прикидывается тупым. От души, брат. Не за что, Руся, обращайся. Ну что еще сказать? Все ништяк. Но есть одна проблема, конечно. Ебаться охота. Телок реально не хватает. Но мы ничего, справляемся с пацанами. Потому что у нас вот что есть, да? Вот она. Это наша комната для медитации. Один кон спускались в город за продуктами. Заходим в магаз, короче, а это, оказывается, порно-магаз. Я в ахуе. Мой член в ахуе. Ну мы и сразу все это сюда перетащили. Короче, телок у нас нет, но я вам покажу, что у нас есть. Погнали, да, погнали. Эй, это пиздец, вещь, да, реальная. Что, готовы? Засекайте. Смотри, смотри. Опа. Ее, короче, Рус откуда-то достал. Мы сначала тоже в ахуе были. Потом только поняли, в чем прикол. Тиля, дай ко мне мясо. Да, да, держи, братка. Давай, давай. Хочешь, да? Видели, да? Видите? Еба, жопа, разъёб, бля! Базаришь! Ну вы не подумайте, мы там... Никто с ней не это... Страшно же все-таки. Ну, в принципе, да, там нет-нет, мысли были, а что там? Есть же девушки там, лицо не очень, да? А вот фигура бомбезная. Но не-не-не, это гоны, Тиля, все, пойдем отсюда, от души. Мужики, хорош катать, дайте мне тоже поиграть. С пипичкой своей поиграй. С Русом, что ли? Что сказал? Сюда иди-ка. Подожди, подожди. Успокойся, Рус. Мужики, чувствуете, да? Чем-то пахнет. Фу, я, сука, Рус, блядь. Не здесь же надо пердеть. Чё ты тут пердишь? Пацаны, извиняйте. Срать хочу. Тиля, иди, Рус, до туалета доведи. Он один, походу, даже срать не может. Пацаны, на свай закончился.
Из него срать не могу, знаете ведь? И я тебе сколько раз говорил этот на свай бросать? Да хорошо, он не доведет. Один день захлебнешься в своем же говне и сдохнешь. Ха-ха. Поехали лучше за нас с вами съездим. Или вы что, до конца жизни срать не хотите? Поехали. Тимоха, брат, на ту якосы ехать надо. И мы же контент снимаем, влог как-никак. Людям же интересно будет, что и как мы достаем. Покатило я. В натуре, да. Пацаны, фонарики оденьте, а то вдруг ночью будем возвращаться. Короче, перед тем, как ехать в город, надо как следует подготовиться. Когда вся эта канитель началась, мы начали сразу пересматривать фильмы про зомби и брать оттуда разные фишки. Например, вот это из фильма «Поезд в Пусан». Это, например, если тебя зомбак укусить хочет, то на ему же не получится. Самое главное, это, конечно, оружие. Но у нас, к сожалению, оружия не так много. Но зато смотрите, что я с соседней хаты стырил, да? Винтовка она нифиговая. Пацаны, я винтовку беру. А я травмат возьму. А я, пацаны, сейчас обоснусь, давайте резче. Пришло время показать вам гордость нашего убежища. Сейчас вы видите. Вот он, зомби-мобиль. Не, ну не бэха, конечно, но тоже козырная. Мы сначала хотели X5 взять, чтобы как в бумере летать. Но это тоже ништяк лайба. Ну вы не подумайте, мы ее не спиздили. Нам хозяин сам отдал, когда ему зомбак ногу отгрызал. Базара нет. Че, братан, чекнемся за переднее место? Давай, давай, смело. Райл, Двайл, иди нахуй. И че, кто ворота откроет, э? Че, пацаны, почекаемся? А понял, понял, открою. Камеру подержи. Давай. Только генератор не забудь выключить, а то ночью без света останемся. Хорошо, вырублю. Мужики, интересно, да? А скриптонит превратился в зомби или чё? За языком следи, нормально. Не, ну читай же, явно как зомбак. На мне цепи, цепи, цепи на шее, поцелуй, луй, луй. Пацаны, странно, а почему собаки и птицы в зомби не превращаются? Руса, я слышал, да? Когда тебя, короче, зомбак укусит, да, можешь не очковать, псина. Пошел ты. Не, это реально странно. Короче, ладно, помните, я вам говорил то, что мы в центр не ездим, потому что там зомбаков много. Поэтому мы обчищаем пригородные магазы, там ларьки, ежи. Сейчас какой-нибудь магаз найдем, может, и на свай будет, правильно? Этилен, он там кто у дороги стоит? Че там, кто? Ну, видишь, руками что-то машет. Притормози-ка, Тиля, да, притормози-ка. Тиля, заеба, тормози, бля! Да. Да это зомбак, мужики. Какой зомбак? А вдруг ты человека сбил? В натуре. Тебя же посадить могут за это. Че, дебил, что ли? Кто меня посадит? Зомби-полицейский, что ли? Короче, ладно, давайте выйдем, посмотрим. Только осторожнее, пацаны. Ну, ладно, давай. Пацаны, мы его, походу, бочиной сбили. Аккуратнее, Руся, пожалуйста, давай, аккуратнее, пацаны, давай. А чё ты толкаешь его, Рус, переверни. Я тебе говорил, это человек. Нифига себе. Вы чё, не узнали вы, мужики? Это не человек, это чёрт вонючий. Кто? Вы чё, пацаны, это же Мары. Вместе с нами в школе учился, вы чё, не помните? Один раз аппарат шатнули, всё, сразу ментам сдал. Я не помню. Рус, ты не помнишь, что 10 минут назад было? А чё 10 минут назад было? С ним чё будем делать? Короче, тут оставляем, покатило. Ну серьезно, мужики, нахера нам нужны? Он же снова нас сдаст, ты! Кому сдаст? Зомби-полицейским, что ли? Не зомби, ну вообще, короче, мужики! Пацаны, хорош, нельзя его здесь оставлять. Видно же, домашний пацан. Готовить хоть будет. Если он будет готовить, тогда ты чего будешь делать, индеец? Да заебался я готовить. Все, короче, вы как хотите, я лично против. Думаете, в этом магазине есть на свай? Да хер его знает, мы же в этом селе первый раз. Пацаны, я не могу уже. Пойдемте проверим. Двинули тогда? Тогда эту камеру здесь оставим, вторую бери и пойдем контент снимать. Все хорошо. Давайте, пацаны. Тихо, тихо, тихо. Рус, сзади снимай, чтобы нас видно было, мы вперед пойдем. Натуре. Давай лучше я сниму, я же лучше снимаю. Да ты ссышь просто. Ничего не ссу. Да, конечно. Пойдем, Рыщ. Что с этой машиной было? Короче, в
быстрее, на свай, берем и валим отсюда. Базару нет, пацаны. Че? Я бабки нашел. Русы, ты что, тупой? Тебе нахера бабки нужны? Эй, это ты тупой. Ты знаешь, сколько можно насвай купить на эти бабки? Придурки, заткните. Вы что тут хотите, из-за насвай сейчас сдохнуть, что ли? Быстрее ищите, блядь, и поехали отсюда. А вот, там... все, нашел. Все, покатило, быстрее, быстрее. Че, все, поехали? Эй, блин, пацаны, не могу я. Живот болит, срать хочу. Подождите, пожалуйста. Эй, Рус, вот ты кадр, давай резче. Я быстро. Мне его жопа заебала уже. Я запарил этот дебил. Че он так долго? Офигеть, че так можно долго делать, а? Срет он. Че он делает? Офигеть, это че такое? Контент. Давай, Тимоха, стреляй, души. Давай, давай, делай, стреляй, давай. Тимоха, все, давай. Чуть-чуть. Делай его. Красава, лучше ебана, пойдешь. Ебана, видели, как щелкнуло? Пойдешь, красава. Офигеть, там, посмотрите. Офигеть, они, походу, на звук все стягиваются, ну, с там, этой стороны. Офигеть. Пацаны, валить там. Давай, давай, давай. Блядь, блядь. Тимоха, уйди его. Блядь, ну, давай, давай. Поднимай речи, поднимай. Быстрее, валим. Вильнили, пацаны, быстрее. Блядь, ай, блядь. Помогите, пацаны. Помогите, блядь. Да, сука, блядь. Вали, 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 давай, давай! Эй, пацаны! Смога сделать, помоги! Сейчас, сейчас, Рус, помоги! Помоги! Блядь, ты со мной попал, блядь! Пойдем, пойдем, срать будешь меньше, заебал тоже! Вали, 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 мужики! Че, там нормальная тишина, да? Да-да-да, вон за углом машина наша, пацаны, только давай, тише обождем. Давай, давай, давай. Стой, 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 стой. Опа, валим, валим, аккуратно, аккуратно, мужики. Эй, да он один, давай его вон. Тимоха, на ходу, не стреляй, хорошо, зомбаки сбегутся. Давай, давай, давай. Давай, 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 аккуратно. На! Красава, делай. На! Гази его! Пойдешь, красава. Да, пацаны, видели, как я его вырубил? Тимоха, ты че? Зомбаки же, Тимоха! Валим, пацаны, валим! Валим! Эй, ты на ключи, быстрее, давай! Какого фига ты чё за руль ляжешь? Ты чё гонишь, эй? Ты чё, ебанулся, что ли? Давай, быстрее! Пацаны, стой, 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 давайте почекаемся! Эй, уйди, ты чё гонишь, блядь, ничего за чё не по вообще, пацаны? Эй, давай, давай, давай! Эй, давай, давай, давай! Эй, давай, давай, давай! Всё, 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 заебал, успокойся, нормально! Нормально, блядь! Нормально, пацаны, надо, едем! Бля, пацаны, я жопу не вытер. Эй, Руси, давайте к вам камушек подберу я. Пошел ты! Когда это уже закончится? Еле как за нас с вами ездим, и. Пацаны, ничего с ним делать? А положи его куда-нибудь. Тише, тише. Успокойся. Вы живые? Конечно, живые, терпила. Скажи спасибо, что ты живой. Ничего не помню. А что произошло-то? Короче, какой-то вирус на планете всех в зомби превратил. Ну, остались лишь достойные. Ну и ты! Нет, это я помню. Я про сегодняшний день. Ах, что сегодня произошло и почему у меня так тело все болит? Тиля, что, расскажешь, что было? Давай, давай, ну-ка камеру подними. Давай. Эй, Маре, ну-ка, присядь, давай. Эй, Маре. Когда, короче, мы тебя нашли, да? Тебя этот зомби в жопу носило! Зомбо-оргия была лично! Zomhub.com! Дай-ка камеру, ну-ка! Да. Да, веселые вы ребята. Ты че, обижаешься, что ли? Не насиловал тебя никто, били мы тебя просто. Какого хрена? Эй, проще общайся, в следующий раз дорогу будешь в правильных местах переходить. А для кого вы это все снимаете-то? Эй, ты же вроде умный пацан, бля. Че дуб дубом? Это же контентно, правильно? Эй, ты понимаешь, да, когда это все закончится, в сеть выложим? Знаешь, как выстреливаем? Мара, блядь. Вы что, реально думаете, все это закончится? Эй, ты капец тупой. В 2020 году коронавирус закончился? Закончился. Эта эпидемия тоже закончится. Да, ты, кстати, тоже в кадр попал, может, хайпанешь. Повезло тебе морать. Блин, пацан, вот, хватит. Ладно, Мара, пойдемте дом покажем. Спасибо. Быстрее, убогий. Эй, блядь, а чё света нет, Рус! Я не понял, ты чё, генератор не вырубил? Блин,
Давай быстрее! Пойдем, Мара, покажем, где ты будешь хавчик там готовить. Это что такое, Тима? Это что за фигня, Вы что, клетку не закрыли? А где зомбиха? Поменяй свой удел, пока не окаменел. Люди верят в то, что видят. Че, вот мана пахата. Только ты себе вообще не общайся, понял, да? Он пиздец мутный какой-то. Не, ну если он такой жесткий, опасный, мутный, зачем мы вообще к нему идем? Там из зомбаков, наверное, полно. Манап! А чего дверь открыта, мужики? Чего думаешь, зайдем? Нет, пацаны, без приглашения как-то некрасиво заходить. Пох, пошли. Шанс может быть небольшой. Ищем выход только так. Держи ухо востро, чтобы тупо не шагать нам по жизни пешком. Тебе кое-что отдать нам придется. Пардон, пардон. Кое-что отдал, кое-где забрал, у кого-то одолжил. Увижу с монитора этот гребаный ор. Ну-ка дало эту пыль. Они всегда так тупили. Может, и мозги купили. Все свои дырки забили. Только изо рта ведь дерьма вы забили. Закон бумеранга никто не отменит. Что-то точно вернется назад. Когда-нибудь это дерьмо тоже сменит. Благо, благо, ухающий сад. Вы же рубите, пока кто-то сеет. Прямую дорогу в ад. Ищем выходы, пока сига тлеет. Придется по-любому свое забрать. Как тебе такой настрой?